слово не воробей, а большой, злой, наглый петух. Выпустишь его в сеть, а он все норовит тебя в задницу плюнуть. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Да что это такое? Слушайте, три тревоги за ночь. Люди же не спят, дети боятся, летят сегодня ночью 10 искандеров гиперзвуковых, и неизвестно, где они приземлятся. И дети погибают, не добежавшие до бомбоубежища. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Победа для нас, для украинцев, это демилитаризация, денацификация фашистской России. Русские мужчины, кто не хочет стать мясом, убегайте оттуда. Просто убегайте, пока у вас есть возможность. Я говорю о людях, которые сейчас живут на территории Украины. Те, кто носят себе нашивку и набивку с портретом Бандеры и имеют в голове националистические и нацистские лозунги и идеи, я рекомендую просто уехать.